Загадочный мир человеческой психологии всегда привлекал нас своей уникальной сложностью. Различные тесты и методики позволяют нам более глубоко понять и проникнуть в себя. Одним из таких инструментов является этот психологический тест. На картинке изображено примерно 3 одинаковых волка, но каждый из них обладает своей таинственной энергией и индивидуальностью. Выберите одного из волков, который кажется вам наиболее привлекательным или вызывает наибольшее чувство идентификации. У вас есть 10 секунд на выбор. Далее вы узнаете свой результат. Первый волк символизирует сильный дух и независимость. Вы тоже обладаете внутренней силой и решительностью волка. Не боитесь идти своим путем и добиваться целей. Готовы принимать вызовы и преодолевать препятствия ради успеха. Как волк-одиночка, вы уверены в себе и полагаетесь на собственные силы. Это качество настоящего лидера, того, кто ведет за собой других. Ваш свободный дух вдохновляет окружающих идти к своим целям, не сворачивая с избранного пути. Верьте в свои силы и идите вперед. Ваш внутренний волк поможет преодолеть любые трудности и достичь намеченного. Второй волк символизирует острый ум и интеллект. Вы, как волк, обладаете проницательностью и умением быстро ориентироваться в ситуации. Способны находить нестандартные решения, используя смекалку и хитрость. У вас гибкий ум, который позволяет адаптироваться к разным обстоятельствам. Как ловкий волк легко преодолевает препятствия, так и вы умело просчитываете ситуацию и находите выход из сложных положений. Ваш интеллект – это верный помощник в решении жизненных задач и достижений целей. Доверяйте своему уму и интуиции. Используйте хитрость и изворотливость волка для преодоления трудностей. Ваш острый ум поможет найти решение даже в самой сложной ситуации. Третий волк символизирует стойкость и преданность. Вы тоже обладаете этими качествами. Готовы поддерживать друзей и родных в трудную минуту. Для вас важны отношения, основанные на взаимопонимании и доверии. Как волк, вы надежны и верны своим принципам. Способны преодолевать испытания, не сворачивая с намеченного пути. Ваша преданность и стойкость помогают выстоять в сложных ситуациях. Цените отношения с близкими людьми. Поддерживайте друзей, будьте им опорой, и они ответят вам тем же. В любых испытаниях полагайтесь на свою внутреннюю силу и стойкость. Вы преодолеете все преграды. Помните, что мы все уникальные и сложные, и этот тест поможет вам заглянуть внутрь своей личности и лучше понять свои сильные стороны. Своими результатами обязательно поделитесь в комментариях, я их все читаю, ставлю вам лайки и сердечки. Если вам понравился этот тест, то не забудьте им поделиться с друзьями, вдруг им тоже будет интересно. Также поддержите канал лайком и подпиской. Ну а у меня на сегодня все. Желаю всем удачи, пусть у вас все всегда будет хорошо. Пока-пока.